Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лада Халашо, я художник, я приветствую вас на своем канале YouTube. Сегодня я расскажу вам о том, как искать референсы с помощью Google карты. Действительно будет уникальный, будто бы вы сами сделали фотографию. Значит, давайте, допустим, поищем референсы Нью-Йорка, да? Вбиваем в поиске название Нью-Йорк-Сити, NUC сокращенно. Вот, посмотрите, уже нам он выдает карту, уже список достопримечательностей, уже примерно вы знаете, что вам искать: мост там, статуя свободы, небоскребы знаменитые нью-йоркские. Значит, идем сюда в карты. И начинаем наше путешествие по Нью-Йорку виртуальное. Так. Значит, тут есть такие панорамы. Из панорам, значит, вот, допустим, смотрите, Централ Парк. Вы можете посмотреть. Вот хороший вид, зимний, да? Вот есть. Есть вид с моста панорамный. Вот отсюда можно тоже взять какой-то вид красивый. Вот, допустим, смотрите, если вы хотите нарисовать небоскребы, да? Вот, допустим, вот эту фотографию, вот это вот вид мне нравится. Я, допустим, хочу нарисовать небоскребы Нью-Йорка с вид с моста Бруклина. Вот я выбрала этот вид, будто бы я стою на этом мосту. И нажимаю на клавиатуре, делаю, значит, скриншот экрана. Нажимаю на клавиатуре клавишу Print Screen. Потом вот тут открываю заготовленный Photoshop. Открываю новый файл. Нажимаю Ctrl New. Файл открывается под размер изображение, которого я сейчас с помощью клавиши Print Screen скопировала в буфер обмена компьютера. Он сейчас находится в буфере обмена, вот этот вот снимок экрана. И я его сейчас вставлю в новый файл, который вот открылся 1600 точек по ширине моего экрана и 900 точек по высоте. А теперь сделаю Ctrl-V и копирую. Видите, вот скопировала. Первый референс у нас уже есть. Далее возвращаемся. Так, где вот он наш мост бруклинский. Давайте дальше вот посмотрим, что тут есть у нас, какие еще виды есть рядом с бруклинским мостом, знаменитым, одной из достопримечательностей города Нью-Йорка. Значит, выбираем человечка сбоку. Переходим в Street Views. Вот тут вот вы видите такие точечки. Это значит панорамные виды здесь. Если вы сюда вот ставите человечка, он вам покажет, видите, мост, вид. Вот, допустим, вот этот вид часто в кино, кстати, снимают. Вот в этом месте. Если вы помните, был такой фильм, господи, Кейт и Принц или что-то такое там. Играла еще, господи, вылетела из головы актриса Мэг Райан, да, вот, и там вот этот принц прыгал с этого моста вот в этом месте, тут вот они еще были, тоже фотографировались. В общем, романтический довольно популярный вид, можно тоже его нарисовать, смотрите, как красиво, да, тут еще такие облака, тоже делаем принт-скрин, открываем Photoshop, Ctrl-V. Вот еще видок у нас хороший, референс. Далее посмотрим, что тут еще есть. Ну, дальше вид не очень. Опять возвращаемся. Так. Опять берем человечка. И тащим его, тащим. Давайте, где еще? Просто на улицу вот тут вот. Нет, наверное, сбоку, наверное, на мост лучше будет вид. Вот тут вот.
Вот, смотрите, вид на мост, тоже хороший вид. Вот, смотрите, как красиво, да? Тоже можно чуть-чуть подъехать. Стоп нам мешает. Сейчас подъедем чуть-чуть вперед. Машинка нам не нужна. Чуть-чуть назад. Можно развернуться. Вот, посмотреть сити. Так, 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 так. Машина въехала в кадр, нам не очень. Выбираем, чтобы было покрасивше. Ну вот. Такой нормально, мне нравится вот такой вид. Тоже делаю принт-скрин. Вот. Ctrl-V. Так, давайте еще посмотрим с той стороны еще. Попутешествуем. Опять берем человечка. Где тут у нас человечек? Человечек. Переходим в Street View. Вот, посмотрим со стороны парка на Бруклинский мост. Вот знаменитый вид. Смотрите, шикарный. Он есть везде практически. На всех открытках и фотографиях. Вот он вам готовый. Столики. Великолепно. Пожалуйста, тоже делаем принт-скрин. Так. Ну, что еще? Можно еще вот так вот. Вид еще такой. Давайте сделаем. Сверху, снизу, сбоку. Так. Подойдем, может, поближе. Чтобы больше было моста. Вот видите, прям целые городские тут зарисовки. Вот как на этюды вышли. Вот, смотрите, вид тут еще паромчик ходит. Желтенький. Смотрите, как романтично все. Ну. Вот, кафешка. О, смотрите, прямо. Ну, прямо красота. Два моста видно. Паром идет. Так. Где тут нам вид такой красивый, чтобы было видно. На перегонки паром идет. Люди фоткаются. Сейчас. Вот. И велики есть. Ну, красота же. Посмотрите, сколько всего можно нарисовать. Столько идей. Абсолютно бесплатно в открытом доступе. И это, я вам хочу сказать, написано, смотрите, дата съемки июль 2014 года. Ну, давнишняя фотка, да? Так. Ну вот, смотрите, мы уже насобирали с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 референсов за несколько минут. За 9 минут мы с вами немножко прогулялись по Нью-Йорку и насобирали вот кучу референсов с Бруклинским мостом. А дальше, что делать? Что нам делать со всем этим добром теперь? Ну вот, допустим, мне вот это нравится. Тут два моста, так мне. Этот референс мне не нравится из-под моста. Увы, удалим. Так. Это, так. Ну вот этот мне нравится больше всех. Так, сейчас я его откадрирую. Ctrl-C, открою новый файл. Ctrl-V. Так. Посмотрим. Детали тут не очень видно, но в принципе для картины импаста достаточно. Теперь добавим немножко контрастности, деталечек, немножко отредактируем. Видите, я везде пользуюсь кривыми. Это мой любимый инструмент. Я могу даже подкрасить, допустим, желтенького сейчас добавим. Вот, смотрите, как там на той стороне прям целый гидропарк появился. Зазеленело все. Так.
Можно уровнями, если вы любите уровни, подправить. Так. Ну вот. Теперь с этого референса. Вот вам готовый референс. Вот можно уже рисовать. Можно, в принципе, если вам не нравится это небо, вот я бы еще, может быть, так вот облачков бы добавила. Каких-нибудь таких розетоких. Чтобы небо было более таким, как сказать, выразительным. У меня вот есть всякие референсы. Это, кстати, мои из Эстонии. Вот сейчас мы возьмем, тут в Эстонии всегда такое выразительное небо. Низкое. Вот. Сейчас мы отсюда возьмем небеса, вот эти облачка. И вставим их в Нью-Йорк. В Нью-Йорк-Сити. Подошьем небо. Небушка подошьем. Так. Чтобы было... чтобы было более выразительно. Вот так, смотрите, как красивенько получилось. Вот так вот. Без неба. Смотрите, с небом. Вот, пожалуйста, за 15 минут мы с вами создали уникальный референс, который теперь можно брать в работу. Если вам понадобятся детали, допустим, какого-то вот моста, как вот тут детали вам, вы хотите посмотреть, как именно он рисуется, как соединяется, бывает такое, вам не хватает, допустим, деталировки, то уже здесь вы можете искать референсы просто в интернете и смотреть, как выглядит Бруклинский мост, допустим, в приближении. И уже сделать уникальную свою картину. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Вот прекрасная фотография авторская. Тут видны все детали этого моста. Как он выглядит. Видите? Значит, вот на вашем референсе не видно таких вот деталей. Вы видите композицию. А тут вы можете, если вы хотите прорисовать какие-то детали, вот тут вы уже можете их рассмотреть. Как тут, какое здесь ограда, какая кладка. Вот. И уже создавать свои шедевры. Художественные и единственные и неповторимые. Вот так вот, друзья, желаю вам хороших референсов, шикарных шедевриальных работ и хорошего настроения. Пока-пока!